Здравствуйте, Лаймонис. Это видео про ваш переходник М42 Nikon с одуванчиком. Я запрограммировал 200 мм фокусное расстояние, диафрагму от 4 до 22. Особенность этих переходников в том, что в них нет стопорного винта. Ну вот смотрите, одуванчик наклеен. Когда вы вставляете, сначала вставляете переходник в камеру, потом накручиваете объектив. Ориентируйтесь не совсем по красной точке, а по среднему контакту. Красная точка здесь расположена немножечко неправильно. Совмещаете средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаете и поворачиваете против часовой стрелки до щелчка. Не проворачивайте с нажатой кнопкой, чтобы не провернуть переходник с одуванчиком дальше и не сломать одуванчик. И также аккуратно вытаскиваете. Как я вам уже написал, на Таир 3S можно использовать КПАН, потому что там сменных хвостовик. Сейчас я это все упакую, и завтра в понедельник это все будет отправлено к вам. Спасибо за внимание.